Нашел я способ, как сделать. Как сделать картинку, аппликацию, наклейку как будто. Substance Painter. Одновременно с маской. Я что-то до этого никогда так не делал. Ну и не знал, что так можно сделать. Нужна изначальная текстура. Текстура наклейки с прозрачностью. Сохраняем ее в PNG и в Substance Painter. Вот она в виде PNG вставлена, импортирована. Вот, и на этом этапе создаем сразу заполнение по цвету и вставляем эту штуку вот сюда в Base Color. Репит убираем, чтобы она не репитилась. Вот. Она как бы вставлена, все в порядке. Все в порядке было. Что-то произошло вообще не так. А, здесь я случайно убрал ее, похоже. Вот. Вот это наша текстурка. Во-первых, надо как-то отдельно ее roughness крутить. И во-вторых, изменить немного ее, так сказать, наклеенность. Ну, когда наклеиваешь такие штуки, они обычно не идеально наклеиваются. Если, конечно, профессионал делает, он это отлично наклеит, но, например, профессионала был отпуск, и тот другой наклеил, и тут должны быть такие складки. Потом со временем, если это на улице наклейка, допустим, у нее и все время кто-то пытался оторвать, там где-то края отошли. То есть вот это вот надо все воссоздать, попробовать. И имея только эту картинку, сложно будет с этим работать, потому что там через маски придется это все равно делать. И вот, чтобы маску создать, я добавляю якорь. Поезд. Дипкал его назову. Вот, добавляю черную маску. Добавить. Так, эти дела всякие. Далее лишние. Вот, и сюда мы вставляем вот этот якорь, который я создал в этом же слое. Вот, и теперь мы берем и вот здесь выбираем экстракт альфа. Вот, теперь у нас есть маска. И эту маску мы уже можем потом использовать. Добавляем еще один якорь. Вот. То есть у нас теперь есть основной
основной цвет и маска. Теперь мы можем, допустим, здесь же, вот в этом, то есть справа маска, слева у нас ну, основные каналы материала. Здесь добавляем фил, например, это будет у нас roughness. Вот, теперь roughness отдельно регулируется, потому что у нас работает вот здесь вот маска. И металл у нас тоже. Металл тоже надо канал подключить. У нас наклейка не металл, потому что если не добавить этот канал, то берется канал снизу, а канал снизу это вот алюминия добавил, вот он. А он металлический. Вот теперь у нас есть наклейка со своим каналом металла и шероховатости вот этой roughness и цвета. Вот, и все это вышло с одной картинкой вот этой с прозрачностью. Ну вот, и дальше, используя вот этот якорь, можно уже по высоте всякие дела делать с масками и потом это все собрать материал такой наклейки. Так, ну и начнем, наверное, со складок. Со складок.
Так, сейчас какой-нибудь другой базовый материал брошу вниз. Так прикольнее будет. Так, ну вот я добился более-менее. Дефектов таких. Сейчас надо еще вот с этими краями поработать.
Здесь. Вот что-то интересное вроде получилось, более-менее.
Вот. И теперь в самом низу вот здесь, где мы начали, где базовая маска, можно добавить, ну, то есть удалять лишнее. Даже не пейнтом, а филом я это буду делать. Так, теперь надо создать нижний слой. Маск. Так, а как это сделать-то? Надо, чтобы ну, ровно в этих границах нижний слой как бы был. Просто координаты вот эти копировать. Вот эти штуки как-то не очень удобно. Base mask.
Делаем вот что-то так. Так проканать. Так проканать. Таймик 0. Высоту мы так делать не будем.
Крафтность тоже здесь возьмем. Так, здесь будет. Здесь будет основной рафтнес. Вот, а здесь будет такой постепенный. Так, ну и вот здесь вот можно тоже эти оттопыривания добавить. Ну, как здесь дефекты вот такие, наклеивания, складки. И точно так же вот здесь мы берем. Так, вот здесь мы создаем underlayer. Main mask. Вот здесь мы это заменяем на вот этот main mask. И теперь здесь, если точно так же какой-нибудь процедуркой вот такую убирать лишнее. Вот можно вот таких вот эффектов добиваться. На этом все, я думаю.